когда даже трогаешь эти костюмы, создается ощущение большого качества. А мы все с вами прекрасно понимаем, что ну, качественная вещь вообще, слово качество в нашей жизни должно занимать как можно большую долю, потому что это позволяет наслаждаться жизнью, получать от жизни именно тот уровень гармонии и комфорта, который нам бы всем хотелось еще немножко по-другому взглянуть на себя, наверное, с какой-то самоиронией. Уверен, что вот такой образ вот на какой-то там вечеринке в нашем городе, он привлечет к тебе внимание и позволит тебе быть более раскрепощенным, веселым, жизнерадостным, потому что к этому располагает вот такое прекрасное сочетание вот рыжей бабочки, да, такого пиджака, прекрасный ремень. Посмотрите, да, мне очень понравилось именно, вот, что он не классический черный, а такой коричневый. Да, тоже привлекает взгляд. Я считаю, это огромный такой вот плюс. Вот, одев такой костюм, да, классический, в чем-то я бы сказал даже деловой, мысли почему-то навеиваются патриотически. Объясню почему. Какими русскими нас представляют в Европе, да? Я думаю, если бы мы иногда появлялись там вот в таком виде, выходили из самолетов именно такими, вот, наверное, бы нас бы больше уважали, и потому что все-таки для европейцев и человека в хорошей одежде это очень ценно, и он сразу понимает, как бы, какую-то не то что важность момента, понимает, наверное, что ну, человек перед ним, ставит перед собой цель, их достигает. И вот в данном костюме я чувствую себя очень уверенно для каких-то серьезных переговоров, не знаю, наверное, на уровне «Газпрома». То есть завтра куплю костюм, пойду в «Газпром» заключать новый контракт. Джонни был хороший гангстер, но Джонни ушел. Ну хорошо, так весело, может на работу не ходить. Хочу, чтобы